Прежде чем заработаем 1500 рублей, я хочу обратить ваше внимание на вот этот вот промокод. Промокод Иванградов, он дает очень хорошие бонусы. Вводится он при регистрации и увеличивает ваши первые 4 депозита 5 раз. Так, всем привет. Давайте продолжим зарабатывать, опять же, как я уже озвучивал, да, по 1500 рублей. Играем в краш-игру Lucky Jet, играем в БК-1Вин, играем по стратегии 1.5. Все полезные ссылки будут в закрепленном комментарии, либо в описании под видео, там ссылка на телеграм-канал, в нем будет прописан промокод и ссылка, где я играю. Так, ну что ж, давайте приступим. Зафиксируемся согласно нашей стратегии на X1.5. Фиксируемся по обоим направлениям. Депозиты выставляю, как обычно, 10% от баланса в 5000 рублей. Так, автовывод не забываем ставить. Почему 5000 рублей? Хотя у меня здесь 101 тысяча. Ну, вот так вот я играю. Так, 10% от 5000, это будет 500 рублей. Вторая ставка, если у нас первая ставка не зайдет, да, то вторая ставка у нас будет увеличена в 2 раза. Мы по ней ставим. Это будет в моем случае 1000 рублей. Вы же смотрите, опять же, от своего депозита. Да, какой депозит, так вы будете ставить. Если у нас не заходит вторая ставка, то мы делаем третью. Третья – это сумма двух первых ставок, увеличенная в 2 раза. То есть 500 плюс 1000 будет 1500, увеличено в 2 раза – 3000 рублей. И третья ставка у нас будет после фиолетового икса, мы заходим. Так, давайте первую ставочку сделаем. Кому непонятно, пожалуйста, задавайте вопросы здесь на YouTube-канале через комментарии. Обратная связь у нас осуществляется вся через YouTube. В телеграм-канале комментарии отключены. Так. Давайте, первая ставочка у нас зашла. Депозит я зафиксировал. 103 300 рублей должно быть на балансе у нас. Играем уже 2 минуты. Напоминаю, что вложиться нам нужно в 15 минут игры, так как через 15 минут краш увеличивается на 70-80%, и выиграть практически будет невозможно. Поэтому смотрите сами, за временем следите, если хотите. Ну, не хотите, не следите там. В принципе, ваше право. Не забудьте также подписаться на YouTube канал, кто меня смотрит без подписки из рекомендованных, к примеру, да, либо кто с телеграм-канала смотрит, тоже на YouTube канал подписывайтесь. Кто меня на YouTube смотрит, подписывайтесь обязательно на телеграм-канал, потому что YouTube канал постоянно банят, а в телеграм-канале всегда видео, и там всегда будет актуальная ссылка на мой YouTube канал новый, да, постоянно завожу. Я не помню какой-то по счету, ну, наверное, уже 10-й, может быть, или 15-й, я не считаю, честное слово. Ну и плюс у меня в телеграм-канале залиты все мои видео, все, что я играю. То есть не пропущено ни одного дня. Смотрите, переходите. Так, очередную ставочку делаем мы. Кстати, если у кого-то есть возможность, то, пожалуйста, зарепостите видео. Я что, ставку не сделал, что ли? По-моему, ничего не зашло у нас, да? Ставку я не сделал, хотя я здесь нажимал, не сработало что-то. Либо я не дожал, либо у меня с мышкой что-то уже случилось. Так, на чем я остановился? А, попросил вас зарепостить видео, да, если есть возможность, то, пожалуйста, поделитесь в социальных сетях со своими друзьями, там, ВКонтакте, в Телеграме, в WhatsApp, в Инстаграме. Ну и не забывайте лайки ставить. Я буду вам благодарен. Ну, кому нравится мое видео, да, чем я занимаюсь, то это будет высшая благодарность от вас. Так, ставочка у нас очередная зашла. Давайте зайдем. 3 минуты, 4 минуты играем. 103 300 должно быть. Ну, в принципе, еще 1000 нам нужно заработать. А, даже не 1000, тут мы 500 откатали назад сейчас, да? 3,50. Еще одну ставку. Еще одну ставку, если мы заберем, то мы будем сегодня выигрыши опять на 1500 рублей. Так, давайте заходим в игру снова. Ну, ставочка опять зашла. Ну что, друзья, 103 300 рублей за 4,5 минуты. Ну, то есть неплохо. Но у меня рекорд был 3200. Сегодня 4,5 минуты за 4,5. Ну, вы сами видели, да? Линия идет вся фиолетовая. То есть вообще замечательно сегодня все прошло. Ну что ж, давайте будем прощаться, да, с вами. Ну, а вы же не забывайте подписаться на канал, поставить лайк, поделитесь видео в социальных сетях. Не забывайте про комментарии, да, вопросы задавайте, у кого что остались. И про промокод не забывайте. Промокод
Иванградов, да, он есть у меня в описании под видео, можете скопировать, когда ставится, и вводится он при регистрации. То есть при пополнении депозита вы его никак не можете ввести, нужна будет новая регистрация. И, ну, кто зарегистрирован уже в игре. И могу поподробнее рассказать, как зарабатывать с этим промокодом, ну, как именно пользоваться им. То есть, например, да, на примере 1000 рублей, да, вот вы пополняете 1000 рублей, у вас баланс увеличивается 5 раз, то есть, да, это 5000 рублей, но он будет не на основном счете, а на бонусном. Да, вы потом просто играете, делаете ставки, и вам с каждой ставки по 20% с бонусного счета будет переводиться на основной. То есть вы весь бонусный счет переводите на основной, это 5000 рублей, да, плюс у вас 1000 лежало, и плюс вы что-то еще заработали, да, ну, грубо говоря, 7000 рублей вы выводите. Выводите, да, и повторно пополняете уже на эту 7000 рублей, да, она опять у вас, эта сумма увеличивается в 5 раз, вы опять, ну, проворачиваете всю эту схему, опять выводите, пополняете еще раз, ну и так 4 раза подряд. Надеюсь, понятен, да, логика всего вот этого происходящего. Ну, пользуйтесь, пользуйтесь, я плохого не посоветую. Ну что, друзья, давайте, всем удачи, пока и до завтра.